А у нас все смешано. У нас и грузинские блюда, и азербайджанские блюда. Два раза отмечаю Новый год, два раза отмечаю там такие религиозные. Я свечи зажигаю, я хожу в церковь. Мои дети иногда заходят, если надо. Это я могу и в мечеть зайти. В нашем доме звучит как грузинская музыка, так и азербайджанская. Отношения не имеет к этому, потому что есть.